Сегодня здесь в гостях есть наши друзья, которые хотят сейчас, точнее, рассказать вам о том, что у нас планируется проводить небольшие конкурсы на наших мероприятиях. Кто любит конкурсы и кто любит всякие такие разные истории? Поднимите руку, да? Ну и там призы, вот это все. Я бы хотел пригласить на сцену Яну Шупикову, которая является представителем компании, которая называется «Внешпосыл Торг», друзья. Вот, Яна здесь сегодня у нас в гостях, и, собственно, я передаю микрофон, она скажет вам сейчас кто, что, зачем и почему, а я потом дальше вам все еще расскажу. Спасибо, Слава, что пригласил нас. Мы все безумно любим хорошую, качественную музыку. Наверное, музыка — это одно из немногих, что сейчас осталось, что может тронуть сердца по-настоящему. Действительно так? Согласны? И мы хотели бы поддержать ваши хорошие начинания. И друзья наших друзей — это наши друзья. Поэтому мы хотели бы разыграть в конкурсе приз от нашей компании. Это... Скажешь сам, расскажешь? Нет? Нет, ну Слава просто стесняется, он расскажет сам. А я пока что хочу пригласить всех присутствующих вступить в наш клуб путешественников, который представляет очень много людей, потому что путешествие это тоже очень здорово, очень трогает сердца. А насчет конкурса, Слава. Друзья, в общем, суть в том, смотрите, у нас наши партнеры предлагают разыгрывать каждую неделю сертификаты. Сертификаты на сумму 5000 рублей. Собственно говоря, что они дают? Они дают вам право покупки в интернет-магазине различных парфюмерий, косметики и, в общем, всяких очень полезных штук для вас. Мы же все очень такие красивые, знаете, вкусно пахнущие. Вот. И чтобы мы еще были более красивые и более вкусно пахнущие, мы для вас будем разыгрывать эти супер-супер призы. Вот, сегодня непосредственно мы разыграем один сертификат на сумму 5000 рублей. Вот. Но разыгрывать мы его будем после нашего первого сета, когда будет музыкальная танцевальная вот эта пауза от нашего замечательного диджея Франца. Вот. И он выберет, друзья, самого активно танцующего человека, и мы этому самому активному танцующему человеку вручим сегодня замечательный вот этот вот суперприз, сертификат на целых 5000 русских отечественных наших рублей. Готовы вы будете танцевать, друзья? Активно и прекрасно, да? Все же любят суперпризы всячески, да? Ну, дорогие гости, или что, все такие... Нет? Да. Ладно. Ну, в общем, друзья, будет у нас такой экшен, поэтому вот так. И я передаю еще раз микрофон Яну. Ну, а Славу мы хотим наградить уже сейчас за то, что он все это создал, за то, что он поддерживает. Друзья, ну, в общем, вы можете стать вот обладателями такими же различными всякими штуками, с чем я вас и буду поздравлять каждую пятницу, дорогие гости. Спасибо огромное, Яна Шупикова. Сегодня здесь у нас была в гостях и продолжает. И, друзья, мы начнем наше музыкальное погружение. Все музыканты уже на сцене, и мы готовы, конечно же, для вас поиграть хорошую музыку. Первая композиция, которая прозвучит, называется «Пиксель». Она будет инструментального характера. Вы находитесь в клубе Алексея Козлова на главмуз-джеме, друзья. Мы начинаем. Поехали. Ура! Спасибо. Хорошего вам настроения и времяпрепровождения. Воу-воу-воу-воу-воу! Спасибо.
придумали. We'll be right back.
Сегодня на гитаре, Алексей Максимов сегодня у нас на бас-гитаре и Борис Ионов сегодня у нас на барабанах здесь. Друзья, мы двигаемся дальше, и следующим номером нашей программы будет уже вокальные композиции. И я бы хотел пригласить на сцену нашего сегодняшнего гостя, замечательного вокалиста Михаила Гришунова. Михаил Гришунов сегодня здесь на гостях, и Михаил для вас сейчас непосредственно изобразит композицию, которая называется «Forget You». Может быть, кто-нибудь был 7 июля на фестивале, который назывался Chess and Jazz, то есть шахматы и джаз? Да? Кто-то был? О, какие молодцы. Знаете, наверное, там такой артист был, Сила Грин его зовут, да? Кто знает такого артиста, зовут его Сила Грин, друзья? Ну, в общем, кто не знает, тот сейчас узнает, и вообще, если вы хотите осведомляться какой-то интересной новой музыкой, то, конечно же, можете найти нашу страницу ВКонтакте, называется она просто Glavmon Jam, и, соответственно, там есть вся музыка, которую мы здесь играем, и все-все-все, много всего интересного. Есть, конечно же, фотографии, у нас есть замечательный фотограф, зовут его Валентин Монастырский. Вот он, друзья, можете искать себя там и радоваться этому событию непосредственно. Итак, Михаил Гришунов, перед вами микрофон еще, вау. Скажите, друзья, нам нужно еще два вокальных микрофона, можно, да, вот эти? Вот этот и вот тот, да? Окей. Ну, в общем, композиция «Сила Грин» называется «No Forget You». И вот, собственно, два микрофона. Сейчас мы их как-то поймем. Еще раз добрый вечер всем вновь прибывшим. Вы находитесь в джазовом клубе Алексея Козлова на мероприятии, которое называется «Glavmon Jam». Дамы и господа, я вас всех приветствую. Поздравляю вас всем, что наступила суббота 14-я, пятница 13-я, потихоньку прошла. Кстати, кто-нибудь видел сегодня вот это вот, что сегодня, полнолуние? Да, вот теперь я видел. Полнолуние, кто-нибудь сегодня видел? Или вот это вот что там сегодня? Многолуние, затмение и всяческие подобные вот эти вот астрономические... астрономическую красоту. Никто не наблюдал? Нет? Ну ладно. В общем, тогда мы сыграем для вас композицию, которая называется «Forget You», и Михаил Гришунов, и его прекрасный, и его чекуль, как говорится. Поехали. Да что ж ты,
Здравствуйте, друзья! Песня называется Forget You, а в оригинальной версии она звучит как Fuck You. Можно говорить Fuck You? Можно петь Fuck You? Разрешаете? Но... На самом деле, я был на концерте просто с Силло Грин, очень крутой чувак. Меня так он впечатлил, и я влюбился в композицию, вот эта, которая называется Fuck You. Она о хороших девушках, которые любят бабки, деньги. Вот так. Так что, если вы разрешаете нам немножко ругаться на английском, да? Нормально? Все нормально? Не, на русском я не могу. Это слишком. Ну, не так особо. Еще я буду использовать тексты просителей, но это Genius, это хорошая ресурса. We'll be right back.
Михаил Крышунов еще раз сегодня здесь у нас в гостях. Татьяна Савинова и Екатерина Фрук сегодня здесь у нас. Итак, мы продолжаем наше музыкальное путешествие. Я бы хотел пригласить на сцену, конечно же, Бориса Мазурова обратно за барабаны. И хотел бы пригласить на сцену еще одну нашу сегодняшнюю гостью, замечательную вокалистку, представительницу такой команды, как Moscow Gospel Team. Может быть, кто-нибудь знает такую команду. Если кто не знает, друзья, то полистайте интернет. Очень хорошая, знаете, когда много-много людей поет Gospel. Вот это вот то же самое, только они все белые. И, собственно, наши православные соотечественники. И вот сегодня одна из представительниц, а точнее их две, но будет сейчас это, я хочу пригласить Александра Черноусова на сцену. Сегодня она у нас здесь в гостях, Александра Черноусова. Давайте ее приветствуем. И композицию, которую мы сейчас изобразим, называется она «Back in the Day». Такой певицы, которую зовут Эрика Баду. Кто-нибудь знает такую, друзья? Эрика Баду. Молодцы, отлично. Ну, в общем, мы начнем. Александр, вот этот, я думаю, да, можно использовать непосредственно. Всем привет! Привет!
Следующую композицию, которую мы сейчас изобразим, называется она Lost and Found, то бишь потерять и найти. И я бы хотел пригласить еще одну представительницу московского госпел тим сообщества, Анастасию Лощевскую. Анастасия Лощевская сегодня здесь в гостях. Здравствуйте, привет. Давайте поприветствуем артист. Друзья, будем мне аплодисменты. Спасибо, что вы здесь. Вот, да, очень приятно познакомиться. И изобразим эту прекрасную композицию сейчас для вас, друзья. Настя пока может рассказать, что это за композиция. Lost, она называется And Found непосредственно. Я честно посвящаю эту композицию всем девушкам. Ну, собственно, все. То есть она такая достаточно страдальческая такая, да? Нет. Нет? Нормально. В общем, друзья, композиция красивая, такая достаточно романтичная, поэтому у нас танцпол здесь открытый и оказывается бесплатный, поэтому, мужчины, если есть смелость, то приглашайте, пожалуйста, воссоединяйтесь с прекрасной парой, и мы будем рады вас здесь наблюдать. Композиция Lost and Found, Анастасия сегодня здесь у нас в гостях. Вы на главном джеме, поехали!
друзья. Вы на самом деле далеко не уходите. Сейчас будет очень композиция по вашу душу, дорогие наши духовики, дорогие гости. Спасибо. Спасибо огромное. Анастасия Лощевская сегодня здесь у нас. Друзья, ну, мы сыграем для вас еще одну композицию. Еще одну замечательную композицию, которая очень инструментального характера. Кто-нибудь знает такого супер-мега-бас-гитариста? Зовут его Маркус Милли. Поднимите руку, кто знает. Поднимите руку, кто не знает. Было много вас, но ничего страшного, друзья. Еще раз повторюсь, что если вы хотите слушать какую-то интересную новую музыку, доселе вам неизвестную, то вы можете найти нашу группу, она называется просто «Главпостджан ВКонтакте». Там вся музыка актуальная, которую мы играем здесь и сейчас, и вообще всегда, и вообще там всего очень много всего интересного, в общем, друзья. Ну что, композиция называется «Run for Cover». Автор Маркус Миллер, и мы готовы для вас ее непосредственно изобразить. Давай, господа. И еще бы я хотел пригласить на сцену Ивана Акадова, конечно. Меня водитель можно пригласить, чтобы он как-нибудь нам присоединился. И пока он к вам идет. Друзья, я повторюсь, что сегодня у нас будет разыгрываться сертификат. Сертификат на сумму 5000 рублей от наших замечательных друзей, компании, которая Иван, да, Иван, мы вас очень ждем. Пожалуйста, приходите к нам. В общем, друзья, сертификат. Сейчас мы сыграем инструментальную композицию, и после этого мы разыграем сертификат на сумму 5000 рублей от компании «Внешпосыл Тор». Что он вам даст? Вы сможете зайти на сайт этой замечательной компании и заказать себе какой-нибудь чудо-мега-парфюм или что-нибудь, как будет косметика. В общем, все, что вы там найдете, вы можете использовать на эту сумму. И после вот этой музыкальной... Сейчас нашей инструментальной композиции будет танцевальный сет от нашего диджея, диджея Франца. И у нас танцпол, я повторюсь, открыт. Он вас ждет. И вообще, в принципе, можете танцевать где душе угодно. Поэтому вот. И после этого танцевального сета вот наш диджей, диджей Франц выберет того частичка, который сегодня станет этим обладателем этого сертификата, друзья. Поэтому не расходитесь, танцуйте, веселитесь. В общем, делайте все, что вашей душе угодно, дабы быть замеченным нашим диджеем. Ну, мы готовы, друзья, изобразить для вас композицию. Готовы ли вы послушать еще хорошую музыку? Дамы и господа, дорогие гости, есть сила еще? Да? Отлично. Супер, спасибо. Мы начнем. Поехали.
Thank you.
Спасибо, друзья, огромное. Вот такая у нас получилась замечательная, зажигательная композиция музыкального, так сказать, инструментального характера. Что, дорогие гости, у нас сейчас будет, так сказать, музыкальная пауза. С танцами, с музыкой, с дискотекой. В общем, совсем все, что вот это мы любим. Знаете, в пятницу повеселиться, да? Хорошая музыка от DJ Франца. А я вам напоминаю, что конкурс у нас сегодня открыт, и он будет непосредственно вручен замечательный суперприз от нашей замечательной компании «Внешпрослуг-торг». Друзья, сертификат на 5000 рублей. Кто хочет, поднимите руку. Че, никто не хочет? А вот этот человек хочет, да. Вот, наверное, вы будете, да, веселее всего танцевать сегодня на танцполе. В общем, друзья, танцуем, веселимся, сжигаем. Потом по окончании DJ Франция покажет, кто из вас самый активный, самый веселый. И этому человеку мы вручим суперприз сегодняшнего вечера. Хорошо? Дамы и господа, хорошего вам вечера, DJ Франц, отличной музыкой. Вы в клубе Алексея Козлова на Клабхаус Джеми. С чем вас поздравляю. Мы вернемся через небольшой перерыв. Спасибо огромное за эти супер-мега искрометные танцы. И я вас поздравляю с тем, что вы находитесь в джазовом клубе Алексея Козлова на мероприятии, которое называется Клабхаус Джем. Давайте поаплодируем Александру Францу, нашему диджею, за прекрасные танцы, шманцы, за музыку, за все, на все, на все. Друзья, ну что? Как я и обещал, у меня в руках вот есть такая прекрасная, замечательная карточка от компании «Внешпрослуг-торг». Она номиналом 5000 замечательных наших отечественных православных рублей. И сейчас, друзья, как я и говорил, наш диджей, диджей Франц, он выберет одного из вас, кому вручится этот супер-замечательный приз, этот супер-замечательный сертификат, с помощью которого вы сможете приобрести... Ну подождите, Роман, ну что такое происходит? С помощью которого вы сможете приобрести, в общем, себе что-нибудь хорошее, интересное, прекрасное, вкусное или полезное. Ну, в общем, все, что хотите. Итак, DJ Франц сегодня у нас пойдет здесь. И он сейчас объявит, друзья, спасибо вам за замечательные танцы, объявит того человека, который непосредственно получит сейчас в руки эту замечательную карточку. Ребят, всем привет. Слушайте, мега крутые танцы. Мне лично очень жарко на сцене было, и вы там, наверное, все... обливались ходом. Мне сложно выбирать, я не сижу в жюри шоу «Голос». Ты-то понятный. Тебе огуречный лосьон подарит. А было несколько претендентов, честно. Первый претендент, вот мужчина в черной футболке, он прям первый вышел. От начала до конца был здесь. Девчата вот сидят, девушка с надписью «Я из Сибири». Тоже очень круто. Прям вот вытанцовывали. Я вижу, да, твоих ставленников, братан, но... Вот парень тоже был сначала в паре. Очень долго пытался растанцевать свою девушку, но как-то в итоге сжег до конца сам. Ребята, артисты наши, все круто. Я бы на самом деле, была моя воля, дал бы всем по сертификату. И тут где-то минут через 5 после начала сета я замечаю вот эту пару прекрасную. Великолепные красные очки, да. Абсолютно невозмутимый мужчина и его женщина, которая жгла напропалую просто и сделала атмосферу вот в этой части. И с вашего позволения я хотел бы подарить им данный сертификат. Спасибо. Будьте добры, пожалуйста, вот сюда вам прекрасный красный качак на сцену вынесли. Давайте, друзья, поаплодируем. Как вас зовут, простите? Майя. Майя сегодня является у нас победителем вот этого прекрасного, прекрасного сертификата на сумму 5000 рублей. Спасибо огромное. Хорошего вам вечера. Спасибо, что вы с нами. Заходите к нам каждую пятницу. Спасибо огромное, друзья, всем за эти искрометные танцы. Ну, я приглашаю всех наших артистов, музыкантов, всех на сцену. Дамы и господа, мы поиграем для вас хорошую музыку. Я надеюсь, вы еще хотите ее послушать и увидеть все эмоции, которые будут на лицах у наших дорогих музыкантов. И, собственно, друзья, я приглашаю вас на сцену. Пока не собирается, DJ Франц еще немножко включит хорошую музыку для вас, дорогие друзья. Вот, вообще пока минутка рекламы. У нас есть, еще раз повторюсь, группа ВКонтакте. Называется она просто Клабхаус Джем. Друзья, вступайте в нее, и там будет вся интересная информация. Конкурсы будут у нас каждую пятницу, они будут продолжаться. Поэтому следите за информацией, и там все будет для вас. И еще у нас есть замечательный, естественно, аккаунт в такой глобальной сети, которая называется Instagram. Называется он тоже просто Клабхаус Джем английскими буквами. Друзья, подписывайтесь, ставьте хэштег Клабхаус Джем. Это очень приятно и очень всегда хорошо. И я вот хочу пригласить на сцену Бориса Ионова за барабаны. Алексей Максимов сегодня на бас-гитаре. Роман Бондаренко сегодня на гитаре. Артем Погосов на саксофоне.
и, соответственно, Иван Акатов у нас на трубе сегодня. Мы сыграем для вас инструментальную, веселую, бодрящую композицию, друзья. Всем еще раз хорошего вечера, спасибо, что вы здесь с нами. Вы на Club Mod Jam в джазовом клубе Алексея Козлова. Я вас поздравляю с этим, поехали!
Спасибо за огромное. Артём Погосов, Иван Акаров. Артём Терехин. Терехин. Корякин. Артём Корякин сегодня у нас. Роман Бондаренко на гитаре. Алексей Максимов сегодня на бас-гитаре. И Борис Ионов сегодня на барабанах. Друзья, следующим номером нашей программы будет замечательная вот импровизация на вот этом вот приборе. Называется это Loop Station, кто не знает. И я хочу пригласить на сцену нашу сегодняшнюю гостью, замечательную вот вокалистку и замечательную руководителя вот этого Loop Station. Элина Решетникова сегодня здесь у нас в гостях, друзья. И я бы хотел пригласить на сцену еще одного гостя сегодняшнего нашего замечательного барабанщика. Зовут его Александр Падавов. Сегодня здесь у нас в гостях. Этот человек заехал случайно после концерта с такой супер-мега-группой. Называется она Guru Group Foundation. Кто-нибудь знает? Ну, в общем, друзья. Да, сегодня эти друзья у нас в гостях. Поэтому мы сейчас будем вот с Александром исполнять красивую, хорошую композицию. Элина начнет ее самостоятельно с помощью этого прибора. Вот. И мы где-то подхватим ее, когда она нам покажет. Правильно? Правильно. Ну, а пока Элина расскажет о чем-нибудь своем интересном, мы Александру объясним в двух словах, что нужно нам играть. Значит, песня называется «Mile High». Исполнительница зовут Ракуэль Родригес. Она, по-моему, совсем неизвестна в России. Я случайно нашла в ее инстаграме. И у нее одна единственная песня, вот эта, которую мы сейчас исполним. Я просто не могу остановиться слушать ее. На самом деле, когда я выступаю на Гвардмажжене с Лупером, я обычно прихожу с готовым номером. А сегодня я сама не знаю, что будет происходить. Сейчас будет полный джем. Итак, друзья, Элина Решетникова сегодня в гостях, Александр Падов. И, собственно, всех остальных героев я вам уже объявлял, и Элина начинает. Поехали. I don't know.
Thank you.
Сегодня у нас здесь тоже в гостях на барабанах отдельный уград Мерси. Ну что, друзья, как настроение? Хорошо? Силы есть? Друзья, прекрасные. Силы есть? Гости дорогие. Все, супер, двигаемся дальше. Музыкальное погружение наше продолжаем. Ну и для осуществления следующего погружения я бы хотел пригласить нашу гостью сегодняшнюю, которая выходила уже на сцену. Зовут ее Екатерина Фырфа. Сегодня здесь у нас в гостях. Это прекрасная девушка, вокалистка. И композиция, которую мы сейчас изобразим, она называется For God's Sake. Да? Правильно. Есть такая певица. И бэк-вокал еще, да, ни много ни мало. Я свой микрофон туда дам. Туда, ладно. Композиция такой вокалистки зовут ее Джо Стоун. Кто не знает такую? Вот, молодцы, там все знают, ребят, вообще очень интеллектуальная молодежь собралась у нас сегодня в этом углу. Джо Стоун, друзья, такая замечательная английская, если я не ошибаюсь, вокалистка, да? Будет она, кстати, на усадьбе джаз скоро. Кто поедет на этот концерт? Ты поедешь? Отлично, супер. Ну, в общем, кто не поедет, то сейчас может услышать эту композицию прямо здесь у нас, в джазовом клубе Алексея Козлова, на главпост-джеме, друзья. С чем я вас и поздравляю по этому поводу. Екатерина сейчас ее изобразит, а мы сейчас ее сыграем для вас. Сегодня этой замечательной ночью. Готовы послушать хорошую музыку, друзья? Да? Отлично. Сейчас один только момент. Ну, в общем, все, мы договорились вроде по поводу тональности. Я как будто как в пещере, да? Слегка. Ну, готовы? Все подключились, да? Все, погнали. Всем привет! Power to people, gain some, be glad.
Татьяна, я вас попрошу остаться на мгновение, потому что следующая композиция, которую мы будем изображать, называется она «Kelvin's Joint». Композиция «Kelvin's Joint», и я бы хотел пригласить на сцену, вот он, собственно, уже сам тут как тут, Александр Кудинов, сегодня здесь у нас в гостях, наш постоянный, так сказать, наш герой постоянный. И я бы хотел сказать спасибо огромное Борису Ионову. Вот прекрасный человек на барабанах. Друзья, Борис Ионов сегодня у нас есть. Давайте его поаплодируем за его мужество и стойкость. Композиция красивая. Красивая. Поэтому мужчины, опять-таки, повторюсь, есть мужчины в зале у нас? Мужчины. Есть мужчины в зале? Вот на баре я вижу мужчина. Молодец. Мужчины есть в зале? Мужчины? Конечно, есть. А девушки есть? Девчонки есть в зале? Есть. Ну что, друзья, композиция будет красивая, поэтому танцпол, опять-таки, свободен. Давайте как бы воссоединяться в едином порыве, чтобы создать атмосферу вот этого, так сказать, теплоты, красоты и всей вот этой вот ситуации. Вот, вот есть два человека уже, Данис Адаров сегодня здесь в гостях с новой супер прической, и он готов сейчас... Как? Аватар? Хорошо. Далее Аватар Сатаров, сегодня у нас здесь в гостях. И Александр Кудинов и Татьяна Сергеевна, соответственно, здесь, и мы начнем. Поехали. Don't give my peace of mind, Lord, 'cause I'm trying.
Спасибо огромное, Татьяна, следующего сегодня здесь Александр Кувинов с композицией «Colors Jam». Ну что, друзья, я бы хотел спросить, есть ли у вас здесь в гостях человек, которого зовут Александр Паклин? Александр Паклин, здесь ли ты? Александр. Вот, есть Александр, у нас прекрасно, да. Прекрасно, что у нас есть Александр. И композицию, которую мы с ним сейчас изобразим. Композицию, которую мы сейчас изобразим с Александром, называется она «Бьем». «Бьем». Да, и вот Александр здесь. Здравствуй, Александр. Вот, пожалуйста, ты можешь использовать непосредственно этот прибор. Композиция называется «Бьем», и автор ее... Леон, можешь рассказать сам? Автор Леон Бриджес, которого я буквально подсел после июня, если можно так сказать. Вот. И исполним эту песню. Поддержим артистов, друзья. Спасибо. Спасибо вам огромное. Спасибо, что вы стали. Спасибо, что вы здесь. Это здорово. Это очень приятно и очень прекрасно. Та на себе он мажор, да. We'll be right back.
Спасибо, друзья, огромное. Александр Пахнет сегодня здесь в гостях с этой замечательной композицией. Дорогие гости, хочется вам сказать огромное спасибо, что вы сегодня были с нами и выслушали нас до конца. Потому что эта композиция была заключительной на сегодня. Вот. Но мы, тем не менее, не расходимся, потому что музыка на этом не заканчивается. У нас есть замечательный диджей Франц, он еще поиграет для вас хорошей музыки, дамы и господа. Спасибо вам, что вы были сегодня с нами. Мы здесь встречаемся каждую пятницу, поэтому заходите, всегда вам очень рады. И вообще заходите в этот клуб, здесь каждый день происходит что-то очень-очень всякая разная интересная музыка. Вот, хочется спасибо отдельно сказать Роману Бондаренко за то, что он играл для вас на гитаре. Алексею Максимову хочу сказать отдельное спасибо, что он играл на вас гитаре. Борису Ионову хочу сказать спасибо, что он играл на барабанах. В общем, Артем Морозов играл на саксофоне, Иван Акадов играл на трубе, друзья. И всем музыкантам, которые сегодня принимали активное участие в нашем вот этом творческом погружении, очень огромное спасибо. Спасибо огромное всем работникам клуба Алексея Кослова, всему светоцеху, звукоцеху за то, что обеспечили сегодня нам картинку и звук. Спасибо огромное всем барменам, официантам, администраторам и охранникам за то, что они делали для нас все вкусняшки, наливали все как могли. Друзья, спасибо огромное всем вам, что вы сегодня были с нами и делились с нами отличной энергетикой и эмоциями. Мы вас очень ждем, каждую пятницу приходите сюда и вообще приходите всегда в этот клуб. Здесь очень прекрасно и замечательно. Друзья, меня зовут Слава Быстров, до новых увлекательных встреч. Пока-пока, увидимся в следующую пятницу. Диджей Франц для вас все с этим танцеванием. Друзья, бар работает, все работает, танцуем, веселимся, отдыхаем, зажигаем. Всем пока, спасибо.